Викторию Руффо в мексиканском телевизионном сериале «Просто Мария». Ребенка от этого человека? Виктор, что ты здесь делаешь? Граф Лоренцо. Позвольте мне, король. Вам лучше помолчать. Виктор. Я лишь хочу объяснить вам. Нечего мне объяснять. Какие злые шутки играет с нами судьба. Я ехал, чтобы удивить тебя. А удивленным оказался сам. Никто тебя не просил приезжать ко мне. Никто. С момента, как ты уехала, мне только и повторяли. Мама, Роман, Фернандо Торрес, Рита, Хосе Игнасио, Ренальдо Сотомайор. Sveiki. Ko? Jūs man ielikāt izrādi? Un neko par to nepateicāt? Nu, paldies! Savas automašīnas. Atkārtoju, Ilona Bagele, nekavējoties dodieties pie savas automašīnas.
Končita! Končita! Es esmu Bagele! Ilona Bagele! Viss jāvāc, tik un tā te nedrīkst mašīnu atstāt, ne? Karli, atvies man lūdzu atslēgas! Jā, lūdzu man atvies atslēgas! Tiesības man arī atnes!